Яна Поплавская прокомментировала поведение звезд российского шоу-бизнеса, переехавших в Израиль после начала спецоперации. Поплавская уверена, что сбежавшие знаменитости, назвавшие Израиль своей родиной, ничего не вкладывают в это понятие, их лишь беспокоит собственное благосостояние и безопасность. Уехавшие декларировали свою позицию словами: «Не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, поеду в Израиль, там большая русскоязычная диаспора, пристроюсь. Главное, сытая спокойная жизнь». Не сбылось, не случилось, потому что срать им на проблемы любой страны, главное их я, возведенное в абсолют. И опять прогадали, неудобной и страшной страной оказался для них Израиль, где опять вспыхнула открытая война со всем ужасом, который она несет. Не ту страну выбрали, не туда уехали. И мечутся они как безумные, а опять не тепло и не сладко. В то время как истинные израильтяне пошли на призывные пункты, одним из первых на пункт сбора явился бывший премьер Нафтали Беннет. Новые евреи писали тоскливые посты в соцсетях и удаляли неудобные комментарии, высказалась актриса в личном телеграм-канале. Из-за разгорающегося военного конфликта находиться в еврейском государстве сейчас опасно. Ранее туда, как известно, за лучшей жизнью уехали многие знаменитости, в том числе и актер Анатолий Белый. Актер дал за границей несколько резонансных интервью, которые вызвал шквал возмущений у россиян. А недавно звезда и вовсе выступил против гастролей театра «Линком» в Израиле. Именно его публикацию в социальных сетях имела в виду Поплавская, говоря о тоскливых постах. Артист разместил в личном блоге израильский флаг со словами «Израиль выстоит». «Израиль победит». Звезда фильма про «Красную шапочку» уверена, что вместо громких фраз лучше делом помогать стране, которую он выбрал новым домом.